11 декабря в актовом зале Полоцкого государственного университета состоялся праздничный концерт в честь дня рождения машиностроительного факультета. С приветственной речью выступил декан МСФ Александр Аркадьевич Лысов, поздравил коллег и студентов машинки с праздником и наградил за высокие показатели в учебной и научной деятельности отличившихся студентов, преподавателей и сотрудников. И пожеланием того, чтобы у студентов все хорошо было с сессией, и чтобы у них остались от нашего университета не только профессия, не только диплом, а отличные друзья. Традиционный розыгрыш бонусов на сессию от преподавателей Ирины Павловны Кунцевич, Ирины Львовны Кичко, Леонида Николаевича Косяка, Александра Леонидовича Лисовского внес в концерт нотку игры и азарта. Так еще. Расческа, пробовать не получается. Концертные номера порадовали своим разнообразием и зрелищностью. Динамичные танцы, рэп, песни под гитару, фаер-шоу. Закончил насыщенную концертную программу творческий коллектив «11 друзей Кирсанова» задорной песней «Все будет хорошо». Все будет.